Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Сергея Шумского. Композиция называется «Дар небес». Музыка исполнения самого Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Вспоминается былое детство, отчий дом, незабытое родное, боль, любовь, потом. Помню будни трудовые, все мне было в ночь, и дети были молодые. Каждый день, как ночь, помню будни трудовые, все мне было в ночь, и дети были молодые. Я найду покой. Не жалейте меня, люди, каждому свой час. Жизнь на праздник будет, дар небес для нас. Не жалейте меня, люди, праздник будет, дар небес для нас. Жизнь земная, праздник будет, дар небес для нас. Не жалейте меня, люди, каждому свой час. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт», «Дар небес», стихи Сергея Шумского.